Всем привет! Вы попали на канал Джастый Хорсман или просто конник? А сегодня мы поговорим о такой породе, как арабская чистокровная. Но для начала подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить лайк, потому что у меня много интересного о лошадях. А так, приятного просмотра! Происхождение. Ближний Восток, Северная Африка, Египет. Высота в холке. Жеребцы 1,48 м, 1,55 м. Кобылы 1,45 м, 1,50 м. Вес около 500 кг. Масть серая, гнедая, рыжая, реже вороная. Допускаются белые отметины. Арабская лошадь является родоначальницей других верховых пород, в том числе английской чистокровной и орловской ирисистой. Необычный экстерьер, легкое плавное движение делают ее поистине уникальной. Происхождение породы. Арабская лошадь относится в настоящее время к самым древним. Несмотря на то, что становление породы переживало несколько веков, точные данные до сих пор установить сложно. Известно, что первых арабов на протяжении 4-6 веков выводили бедуины в центральных районах Аравийского полуострова. Проживая вместе с кочевыми племенами в суровых условиях местности, арабские лошади приобрели высокую выносливость. В нашу страну первые арабы были вывезены в 18 веке, повлияв на развитие отечественного коневодства. Особую известность за развитие арабских скакунов получил Терский конный завод. Сегодня порода разводится везде в мире, без примесей других кровей, поэтому называется чистокровной. Особенности нрава. Арабские лошади обладают очень живым, энергичным и горячим темпераментом. Они грациозны и немного игривы. Еще важными чертами являются особый ум и выносливость. Использование. Обладают необычайно красивым внешним видом, поэтому их часто используют в различных конных шоу и выставках. Кроме того, арабы успешно участвуют в конных длительных пробегах. В последнее время возрос интерес к скачкам на лошадях арабской породы. Наверное, вы замечали небольшой прогиб на морде арабов. Так вот, это щучий профиль. Особый прогиб в носовой части морды арабских лошадей обусловлен уникальным строением черепа. А еще арабские лошади отличаются строением тела. У них 17 ребер вместо 18. Кроме того, укорочен позвоночник. Поясничий отдел состоит не из 6, а из 5 позвонков, а хвостовой из 16 вместо 18. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну а так, всем удачи и всем пока-пока!